Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 3М Крепыш. Разгрузились, разложились, приступаем. Продолжаем монтаж теплицы арочной 3М Крепыш. Собрали брус, выставили, собрали полностью каркас, закрепили брус к основанию, обшили торцы, резинки, отливчики. Все. Продолжаем, перекрываем, собираем формуги, двери, форточки. Вот закончили мы монтаж. Теплица арочная 3М Крепыш. 3 метра в ширину, в длину 6 метров. Конструкция свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Крепыш. Это у нас, значит, арки усиленные. С трубы 20 на 40, 1,5 мм стенка трубы. Средняя арка сделана в виде фермы. Еще больше жесткости. Ну, тут просто предел жесткости. Никогда в жизни не сломается ни под чем, ни под каким весом. Значит, окраска теплицы полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат, плотность 0,8. Толщина 4 мм. Хороший поликарбонат. Значит, соты поликарбоната защищены торцевым профилем, перфолентой. Никаких жучков, ничего никуда не попадет в соты. На торце, на этом дверь форточкой. Уплотнительная резинка. Отлив. Значит, дальний торец просто форточка. В теплице установлены укосины диагональные для жесткости конструкции. Формуга коньковая на термоприводах, автоматическое проветривание. И фомуга боковая, также на термоприводах. Все мощно, классно, надежно. Фундамент брус 100 на 150, пропитан антисептиком. С якорями в землю, метровыми вбитые. Клиент сам тут позаботился. Все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока!